Игра, идущая не одно столетие. Рушились империи, менялись руководители, разваливались государства, но одно в западной политике оставалось веками неизменным. Это геополитическая борьба против России. Большая игра вступила в новую фазу. На кону гигантские ресурсы и безграничная власть. Положительная роль Америки в развитии стран мира уменьшается. Их проблема в том, что у них нет навыка управления народами, которые они захватывают. Они могут управлять, только уничтожая. Россия, в том числе и через страдания, постоянно спасает Европу от еще более страшных явлений, которые исходят из ее глубин. Никто не сможет остаться в стороне. Россия сегодня играет первые роли, играет наравне со всеми сильнейшими державами. Она может бороться с США в их собственной игре. Фильм Андрея Медведева. С 18 века ни одно крупное мировое событие не проходило без влияния России. Война империй.